ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Макароны с говядиной, булочка с сахаром, к чаю или к компоту. Простое меню, одноразовая посуда и обязательная обработка рук. Благотворительный пункт питания расположился по соседству с продавцами фруктов. Большого ажиотажа нет, но по одному посетителю все же подходят. Ришат Исмагилов доедает сытный обед и соглашается поговорить, делится с благотворителями своей историей. Те обещают помочь с документами. Таких, как я, полный город. Ну, не полный город, но где работаю, там живу. То есть меня приютил хозяин, а я у него работаю, я у него и живу. Он хороший хозяин, а он мне деньги платит. Ришат скитается по гаражам и подвалам 10 лет. Говорит, жил в бараке на Подволочной, не смог собрать документы для признания здания аварийным, в итоге оказался на улице. Признается, сильно удивлен такой заботе. О том, что люди не привыкли к подобному, говорят и благотворители. Могут даже по 3 круга вокруг нас делать, прежде чем подойти, как бы стесняются. Но если это начинают кушать, они, конечно, стараются уйти подальше, чтобы их никто не видел. Или попросят с собой даже в мешочек положить. Благотворительная акция по раздаче бесплатных обедов – вторая по счету. Организует ее созданный в мае этого года благотворительный фонд «София». По словам учредителей, они – группа энтузиастов, которые проникли с проблемой людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помогать намерены бездомным, пенсионерам и семьям с детьми, одеждой, лекарствами и едой. Мы надеемся с помощью отзывчивых людей, которые неравнодушны к этой ситуации, помочь этим семьям. И надеемся, что наша малая помощь будет в нужный момент, остановит их от каких-то необдуманных решений, наоборот, сподвигнет к жизни, к заботе о своих детях. Ну и пожилое поколение, конечно, они тоже нуждаются в помощи. И поэтому для всех этих людей у нас будет организован гуманитарный склад, где будет еда, медикаменты, одежда. И то есть мы, пользуясь случаем, конечно, хотим пригласить всех желающих пополнить наш гуманитарный склад. Двери наши для всех открыты, для всех нуждающихся. С организацией бесплатных обедов помогает одно из городских кафе и магазин инструментов. Благотворители надеются, что как можно больше нуждающихся узнают об этой акции. Пока же кормят тех, кто подходит. В предыдущую субботу обращались даже водители маршруток, которые базируются неподалеку. Для первого раза я думаю, что это совсем неплохо, потому что, учитывая, что про нас не знали никто, да, ну, человек 50 мы накормили, но нуждающихся вот именно вот на самом деле было, может, 10, да. На сегодня уже побольше, они уже знают, друг другу рассказывают нас, и сегодня уже с утра уже идут люди. Реклама у нас была по радио, мы сами объезжали, рассказывали, ну и они друг другу сами передают тоже. А этот мужчина обедал на прошлой неделе, пришел поесть и на этот раз. Для такого случая даже надел все самое чистое. Говорит, теперь будет постоянным посетителем акции. Это вообще приятно. Вкус все чувствуется. Все нормально вообще приготовлено. Если честно сказать, то я 2 раза в день кушаю. Давайте. Утром и вечером все. Больше мне не выходит никогда. А что кушаете сами, вот если не сюда ходите? А, в лесу готовлю кушать. Благотворительный фонд «София» ждет обращений горожан, тех, кому нужна помощь, и тех, кто желает чем-либо помочь. Надежда Титаренко, Сергей Шемет, Интера ТВ.